Я ищу. Сегодня было очередное заседание Феликса Гринку. А в очередной раз Феликса Гринку, несмотря на его состояние здоровья, которое ухудшилось за последнее время, его фактически силой привозят в судебное заседание, только чтобы они проводились. А цель, которая была назначена прокурорами в 2016 году, реализуется. На сегодняшнем этапе подтверждается то, что идет заказное дело, ибо суд отказывает во всех ходатайствах защиты, а в это время пенсионерное учреждение делает все возможное, чтобы Феликс Гринку, напичканный различными лекарствами, которые не выписаны врачом, чтобы он присутствовал в судебном заседании. Моему клиенту опять стало плохо. Будем надеяться, что все обойдется. Сегодня также было очередное ходатайство о продлении меры пресечения. Несмотря на решение Конституционного суда, несмотря на законодательство о том, что человека нельзя больше года держать в пенсионном учреждении, прокурор просил 30 суток, что перешагивает на 14 дней срок года. Что вынесет судья? Ну, будем смотреть, хотя мы в ожидании того, что беззакония, которые делаются в отношении Феликса Гринку, будут продолжаться.